2022 год исторической памяти ознаменован увековечиванием подвигов наших дедов и прадедов. Благодаря Федерации профсоюзов и другим общественным объединениям благоустроено множество значимых мест. В программе полезное современное нововведение – табличка с QR-кодом. Теперь такая располагается и возле памятника воинам Первого Белорусского фронта. Это информация, которая говорит, дает полную картину событий, которые были в год Великой Отечественной войны. Это дорогого стоит, потому что мы должны эту память сохранить и как можно больше донести ее до подрастающего поколения. После во Дворце искусств торжественная часть патриотической акции «Мы вместе за Беларусь» собирает порядка 1000 человек. На церемонии награждения чествуют заслуженных бобручан за многолетний добросовестный труд и активное участие в жизни профсоюза. Вы знаете, для меня самая главная награда в жизни – это когда я встречаю или своих выпускников, или родителей, которые говорят спасибо. Ну а государству спасибо за то, что оценило мой труд. Приятный подарок. Концертная программа с именитыми артистами страны. На сцене группа «Аура», «Бренд Бай», «Бай Сити», «Виктория Олешко», «Шоу-балет», «Феерия» и не только. Звезды белорусской эстрады заряжают энергией. Аплодисменты в полном зрительном зале не смолкают. Атмосфера, как всегда, потрясающая. А как же может быть по-другому в Бобруйске? Здесь всегда замечательно принимают. Мы здесь уже не впервые, и поэтому... Ну, у нас здесь не было только сольным концертом. А с акциями, с другими выступлениями мы здесь уже давно бываем. И знаем, что здесь потрясающая публика, потрясающая. Залы. Всегда тепло, атмосферно, ну просто зритель показывает, что очень тепло и замечательно относится ко всем нашим артистам. Акция «Мы вместе за Беларусь» объединяет настоящих патриотов, помогает сохранить память о великих подвигах и отдать дань уважения тем, кто сейчас трудится на благо страны. Никита Александров, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.